В завершении своей поездки в Актау кандидат президента Салтанат Турсунбекова встретилась с правозащитниками и матерями солдат-срочников. Они обсудили проблему участившихся случаев суицида в армиях Казахстана. Турсунбекова отметила важность профилактики и работы в этом направлении с узкими специалистами. Кандидат ответила на вопросы участников и рассказала об основных направлениях своей предвыборной программы. Статистика неумолима. Смертность среди солдат срочной службы от года в год не уменьшается, а наоборот растет почти в геометрической прогрессии. В 2021 году в армии Казахстана, по официальным данным правоохранительных органов, покончили с собой 16 человек. В текущем 2022 году по факту доведения до самоубийства в армии завели десяток уголовных дел. Почему в мирное время мы не можем уберечь наших мальчиков, наших сыновей?